Доброе утро, с вами Светлана Кириллова. Готовлю сегодня очень простой омлет с добавлением овощей, и готовиться он будет в духовке в маленьких чашечках. Итак, вам потребуется 3 яйца. Разбиваю сразу в большую миску. Немного сбалтываю яйца пока вилкой. И к ним же добавляю около 50 мл молока. Не забудьте посолить и добавить перчика и все приправы по вкусу. Продолжаем взбивать хорошо омлетную массу. И дальше дело доходит до овощей. В омлет я положу перец. Очищаем и нарезаем его кубиками. Так перчик отправляю к омлету. Еще вам потребуется брокколи. Также помельче нарезаю. И омлет я буду готовить с добавлением кукурузы. Теперь осталось добавить натертый сыр и отправить запекаться. Ну, предварительно, конечно же, разливаю все по формочкам. Духовку можно уже разогреть до 180 градусов. Находиться наши омлетики будут в духовке около 20 минут. Порционные мини-омлетики к завтраку готовы. Приятного аппетита!